Всем привет! Хотелось бы в этом видео поговорить о фильтрах на мойке высокого давления. Как вы знаете, вот в этом месте, где находится штуцер подключения, располагается вот такой вот фильтрик маленький. Возник вот такой вот вопрос: есть ли смысл докупать вот такой специальный фильтр, вот такой вот фильтр тонкой очистки для аппарата высокого давления, если существует в нем вот такой вот фильтр. Для того, чтобы разобраться, я вот взял внутреннюю фильтрующую часть от большого фильтра, который дополнительно покупается, и маленький фильтр вытащил из аппарата, чтобы показать вам, вот действительно ли есть эта разница между сеточкой фильтрующей вот в этом фильтре и в маленьком фильтре. Для этого я сейчас сделаю снимок, чтобы вы могли увидеть эту разницу. И покажу вам в крупном, как все это выглядит. При увеличении, я думаю, что разница достаточно большая, ее видно невооруженным глазом. Поэтому на основании этого я считаю, что можно сделать вывод, что вот этот фильтр, он все-таки грубой очистки, а большой фильтр — это уже фильтр тонкой очистки. Оставляйте свои комментарии по этому поводу, кто пользуется фильтром, почему он пользуется этим фильтром, действительно ли он помогает отфильтровать какие-то нечистоты, которые могут содержаться в воде. Я надеюсь, видео вам было полезно, вы что-то новое узнали. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока!